Всем привет, друзья! Сегодня мы собрались тут с подписчиками. Будем делать интересный челлендж. Извините меня за мой голос, потому что я заболел, он пропал практически. Вот, сегодня челлендж интересный будет. И ты футболки принес, Денис? Короче, футболки у нас будут. Одна футболка, точнее. Достанется победителю, который выиграет в этом челлендже. Собственно, челлендж заключается в том, что мы все будем стоять в статике, вот в таком... смотрите, короче. Статичное вот такое упражнение. Все в круг встаем и отжимаемся по очереди 5 повторений. А все остальные стоят. То есть поняли, да? Вот так по одному все отжимаются, остальные стоят. Кто дольше всех простоит, тот и выиграл. Полетели. Раз. Два. Making a stack, then I'm making a wreck, and I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, though you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Ну, уже побывала половина, становится интересней. Короче, очень интересный челлендж. У меня руки убили, смотрите, почти уже кровь течет. Они красные дико. Вот, посмотрим, выдержу до скольки. Половина уже слилась. Давай, скажи, что 5 человек осталось. Ребят, осталось 5 человек, и смотрите на мои руки. Это просто жесть, это более нереально. Как у тебя, кстати, после стойки, нормально? Ну, плечи болят. Плечи, да? Я давно не делал ее. Мне кажется, там уже за сотку перевалило. Значит, наступил следующий день. Эти буковки из Спанч Боба, знаешь, The Next Day. Все было до неболя. Они как-то умирали, а потом перестали умирать, и что-то как-то это... Мне показалось, что он на одной руке пошел отжиматься. А, все, Арчо слился, ребята, у вас есть шанс. Давай, короче... Твой черед, давай. Да, давай. Короче, довольно сложное задание.
потому что, во-первых, вот руки умирают просто в хлам. Это очень больно. Во-вторых, забиваются руки, ну, тупо стоять. Отжиматься не сложно, а стоять вот сложно. Потому что статическая нагрузка, она дает о себе знать в любом случае. Осталось 4 человека у нас, и сейчас кто выиграет, тот красавчик получает футболку с логотипом Арчо Моррис. No, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke. Yeah, play. I heard you had a couple boyfriends. Короче, пацаны, сейчас на максимум будет 7 минут. На камере 2 минуты осталось памяти. Все, теперь вместе все отжимаются. Давай, считай вслух. Давай, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. У нас осталось двое. Шесть, семь, восемь. Все, хорош. У нас есть победитель. Ой. И мне кажется, нам придется делать новую футболку. Я в него верил, брат. Красавчик. Выигрывает футболку. Короче, ребят, у нас 2 победителя. Мы решили дать двоим футболки. Тебя как зовут? Саша. Санек и... Кантемир. Кантемир, да? Значит, тебе футболка. Вот такие футболочки. Значит, поздравляю, брат. Спасибо. Красавчик вообще. Огонь. И тебе. Надеемся, что налезет. Спасибо. От души. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо всем, что участвовали. Сейчас продолжим, конечно, тренировку. А так, пока.